Альфия Нигматуллина расширяет географию проекта территорией Башкортостана. Посмотрим, как ее примет жюри шоу. Какая красивая. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Альфия Нигматуллина. Откуда вы? У меня есть псевдоним. Так. Ялфи. И откуда это очаровательное Ялфи? Я приехала из России, из республики Башкортостан. Из города? Уфа. С 3 лет меня мама вывела уже на сцену, там, с половиной, да, она уже начала со мной песенки разучивать различные. Я сама проявляла интерес. Она была руководителем ансамблей. Я все время была с ней на сцене, за кулисами. Когда я уже заканчивала учебу в академии, мы познакомились вот с Аяном, с моим будущим мужем в Москве. И получается, когда я забеременела, мы переехали на Алтай. Мы расстались с мужем, когда ребенку было полгодика. Я думаю, причина была в том, что мы, наверное, не готовы были к семье. Больная тема просто. Ох, мама была немножко, не немножко, а конкретно во мне разочарована в этот момент. Это жизнь. И случается всякое в жизни. Я думаю, что не встретив я вот Аяна, не родился бы у меня такой прекрасный сын. Он посмотрит, скажет, ты чего там плакала? Мы сейчас с ним хорошо общаемся, все нормально. Мечты у меня глобальные. Планы на эту жизнь, на карьеру глобальные. Сцена – это вообще моя жизнь. Это, наверное, я не знаю, это, наверное, вообще ни с чем не сравнимо. Когда я беру микрофон, когда я слышу свой голос, что я могу петь, им управлять, делиться со зрителем, со слушателем какой-то историей. Я ощущаю себя абсолютно счастливым человеком в этот момент. Я хотела бы исполнить для вас песню про родной край. Это авторская песня, она написана совместно с моей мамой. Туган ер. Мы желаем вам удачи. Давайте начнем. Давай, спасибо. Эпичное начало. Да, звуки природы. Под водоем. Yeah.
Круто! Мурашки были! Спасибо большое! Лидер сцены вышла, обозначила и сказала, я здесь главное. Вот эти колоритные ноты, вообще номер сам, твой голос и то, что у меня были по телу мурашки. Спасибо тебе за эти эмоции. Все было супер. Мне понравилось. Спасибо. Прям такое гипнотическое выступление было. И в то же время погрузились мы в вашу песню. Спасибо за эмоции. Вы молодец. Прям супер. Спасибо большое. А я ушла прям в другую страну, там, где водопад красивый, деревья, зелень, природа. Спасибо большое. Как раз у нас в Башкортостане и водопады есть, и горы, и деревья, да. Башкортостан находится в сердце Урала, Уральских гор, поэтому как раз я хотела передать эту атмосферу. Вы мне передали эту атмосферу. Вы сейчас в нашем проекте впервые представляете всю страну. Потому что, по-моему, ну, я пока еще не видел других участников из Башкортостана, кроме вас. И я очень рад, что вы это сделали с гордостью, с честью и сделали это очень достойно. Спасибо вам за это большое. Большое спасибо. Спасибо. Коллеги, пришла пора голосовать нон-стоп. Ну, судя по нашим эмоциям, так сказать, да. Конечно же, да. Этот, да. Большое спасибо. Я скажу «да». Все? А, нельзя уходить пока, да? Нет, пока нет. Она прям хочет. Водопадная, да. Альфия, я тоже вам говорю, вам «да», у вас 4 «да», и вы проходите в следующий тур. Спасибо большое. Да, она начала издавать вот эти звуки. Это необычно. Нет, выступление просто вот шикарно было.